Друзья, я вас приветствую на своем канале. Сегодня у нас обзор системы «Сигнал к успеху». Я немножко смеюсь, да, потому что я только что изучил этот курс. Рекомендую вам досмотреть это видео до конца. Если вы захотите этот курс скачать, ссылка, как всегда, в описании. Можете переходить бесплатно, без регистрации, без всего вот этого. Скачивать спокойно, в общем, как всегда, у меня на сайте. Сейчас посмотрим этот курс. Я рекомендую, опять же, вам посмотреть, потому что это прикольно будет. Смешно. Но перед обзором рекомендую вам, как всегда, подписаться на мою страницу в Boosty. Здесь я выкладываю именно рабочие интересные курсы по заработку и не только, а также курсы, которые вы меня просите выложить. Вот, допустим, легкий доллар недавно просили, я здесь его выложил, люди скачали. YouTube Shorts тоже прикольный там выложил, я его сейчас сам тоже изучаю, хочу в некоторых моментах применять. В общем, также и успешный фрилансер, да, тоже меня просили выложить. Все это здесь есть, и много-много других курсов. Одни курсы какие-то очень легкие, да, на которых можно легко и просто заработать. Другие уже посложнее, там, где люди какие-то профессии изучают. В общем, ссылка в описании, обязательно переходите. Также вы можете перейти просто вот как я сейчас, видите, без подписки, полистать, посмотреть название там, ну и в общем посмотреть, что за курсы здесь есть. Ссылка в описании, переходите, смотрите, изучайте, ну и конечно же подписывайтесь. Ну а теперь перейдем к системе «Сигнал к успеху». Классический глопартовский продажник, вообще ни о чем, куча-куча воды, всякой херни. Единственное, здесь мы можем увидеть краш-игры, это игры, на которых можно зарабатывать. А, ну, у меня есть в этом большие сомнения. Выдуманный автор с украденной фотографией. Здесь видеоролик, и мы в нем уже можем кое-что понять. Вот в этом видео, где чувак сидит в Porsche, цена на курс 1590 и 1890, какие-то доступ к обновлениям, какие там нахрен могут быть обновления, поддержка, доступ к каналу с сигналами, бред сивой кобылы. Ладно, давайте перейдем к самому курсу, потому что он реально прикольный и смешной. Курс вы получите вот в таком виде, 6 видеороликов. Скажу честно, здесь был еще один файл текстовый, он содержал ссылку на сам сайт, о котором рассказывается в курсе. Я этот файл удалил, ну вдруг кто-то не посмотрит мой обзор, а все-таки скачает этот курс и полезет на этот сайт и будет пытаться заработать с помощью вот этого вот так называемого метода. В итоге он, конечно же, сольет все свои деньги. Вы знаете, я часто в своих обзорах, даже в обзорах именно вот на какие-то нерабочие курсы, я часто говорю, что вот этот курс, допустим, говно, или там он не совсем рабочий, но вы его можете скачать, потому что там есть какая-то полезная информация, да, вы можете научиться там создавать сайт или что-то еще. То есть в плохих курсах тоже довольно часто бывает полезная, хорошая информация. А вот конкретно в этом курсе вообще нет никакой полезной информации. Это полнейшее дерьмище. Ну, единственная полезная информация здесь — это как зарегистрироваться в Телеграме. И все. Вот. И, ну, я думаю, каждый из вас и так знает, как зарегистрироваться в Телеграме, или же может найти эту информацию на просторах интернета совершенно бесплатно. Но в остальном этот курс несет вредную информацию. Мало того, что вы ничего не заработаете на этом курсе, вы потеряете деньги. Если вы будете следовать указаниям этого придурка, который создал этот курс, то вы потеряете много денег. В общем, давайте я вам сейчас подробно расскажу. Мы вместе, наверное, в общем, посмеемся над этим, на чем нам предлагает зарабатывать этот кретин. Хотя, может, он не кретин, конечно, потому что он-то все-таки на этом говне заработал что-то. Ну, то есть там люди какие-то купили это, другие там, наверное, потом же по его ревке переходят, там сливают деньги, он зарабатывает. В общем, давайте. Так, видеоролик, смотрите. Вот сайт, на котором он нам предлагает зарабатывать. Вы здесь вверху можете увидеть OneWin. Это сайт с азартными играми. Там, по-моему, ставки делают, он казино, есть киберспорт. В общем, есть такая игра. В чем она вообще заключается? Вы ставите деньги, вот делаете ставку, нажимаете, и вот этот вот самолетик, он вот так вот летит, летит, летит. И здесь вы видите вот этот коэффициент, да? Ну вот. Вот так, видели, вот коэффициент увеличивается. Но этот коэффициент может в любой момент оборваться. Допустим, вы поставили деньги,
И он так летит, 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 2.35 уже, вы думаете, ну сейчас там еще чуть больше хочу заработать. Ну или там, допустим, вы берете и на двойке, вот когда 2, ставку как бы завершаете, да, то есть все. И значит, если вы на двойке завершили, значит, поставив 1000, вы выигрываете 2000. То есть вот это вот умножение. Но если вы, допустим, не нажали, чтобы завершить, а решили еще, чтобы больше было, но в этот момент этот самолетик раз оборвался, он улетел, значит, все, вы проиграли все. То есть это тупо казино. А как вы знаете, у казино выиграть нельзя. То есть любое казино заточено на то, чтобы вы проиграли. Соответственно, этот человек, который выпустил этот курс, он рассчитывает, что вы будете заходить по его реферальной ссылке на этот сайт, регистрироваться, проигрывать деньги, и он будет получать за это реферальное отчисление, и, скорее всего, они там довольно немаленькие. Вот, в общем-то, и все. И вы знаете, я посмотрел этот так называемый курс, он состоит из 6 видеороликов, 3 из которых вообще ни о чем, там какие-то регистрации, там все такое. И это было реально смешно. Вот хотите поржать, тоже можете скачать. Этот придурок там рассказывает в видеоролике, что вам для того, чтобы нормально зарабатывать по его стратегии, вам нужно вкладывать там не 1000, там не 500 рублей, а именно 1050. Ну, понятно, опять же, он это делает, рассказывает для того, чтобы вы как можно больше вложили, проиграли, а он получил свою ревку. То есть он рассказывает там про какие-то суммы, про 50 тысяч, про это, про какую-то стратегию. В итоге там стратегии вообще никакой нету. То есть вся его стратегия — это в том, чтобы не ждать там каких-то умножений на 2, на 3, на 4, там на 7 или на 10, а выводить уже, кэш-аут делать, да, вот нажать, чтобы типа все, ставка сыграла где-то на 10%, вот на коэффициент 1.10, то есть чтобы вы поднимали где-то 10%, и тогда вы будете по чуть-чуть, но хорошо выигрывать. Но опять же, это бредятина, потому что спокойно вы можете несколько раз подряд проиграть даже при таком коэффициенте, и все сольете, и обязательно сольете, потому что это казино, оно на это только и рассчитано. Вот, в общем, этот придурок рассказывает, вот я вам сейчас рассказал всю стратегию, просто зарабатывать 10% и все. И этот козлина рассказывает про какие-то суммы, про 50 тысяч, там про еще какие-то суммы, но когда видеоролики вот эти вот записывают уроки, он при вас регистрирует аккаунт и закидывает туда 1000 рублей. 1000, блин. Если ты вот это все рассказываешь, что ты там зарабатываешь миллионы на этом, так покажи свой аккаунт. Открой, нахрена ты регистрируешь, закидываешь 1000, открой свой аккаунт, на котором там дохренища денег, включи запись видео и там в течение часа или сколько запиши видео, как ты вот ставишь, выигрываешь, как ты поднимаешь деньги, сколько ты там за час или за полчаса, сколько ты поднял, там, допустим, из 50 тысяч сделал 100 тысяч, покажи это. Но он этого не делает, он закидывает 1000 на аккаунт только что создан, и все, других аккаунтов у него нет. Потом он при вас несет абсолютную какую-то дичь, выигрывает сначала там 5 рублей, потом делает ставку, как я говорил, там на 10%. Вот смотрите, выигрывает 100 рублей, вот видите вверху, да, вот, 1100 уже у него на счету. Потом в какой-то момент, видно, он там опять какую-то херню нес на запись. В какой-то момент он явно проигрывает. Вот видите, сейчас белым, это переход, это склейка, да, вот при монтаже склейка. И дальше вы можете увидеть, что у него опять 1000. И он вот этот момент, где он просрал эти 100 рублей, проиграл, он их тупо вырезал. Я когда смотрел это, я так ржал, и он какую-то дичь несет, потом дальше что-то опять рассказывает какую-то херню, опять же говорю, можете скачать, посмотреть эту ржаку, и потом смотрите, сейчас вверх вот на вот этот счет нужно смотреть, бам-бам, он там делает ставку, и вы смотрите, и он проигрывает. Потом он делает еще ставку и опять проигрывает. И при том, что он делает ставки 5 рублей, да, вот он вам показывает 5 рублей какие-то сует и рассказывает, ну это я просто так показываю, на самом деле я когда играю, я, конечно же, много ставлю. Ну так возьми, блин, и поставь много. А он именно показывает 5 рублей, для чего он это делает? Потому что даже если он проигрывает 5 рублей, ну это хоть на видео не так позорно смотрится. И вот у него на счету 978 рублей, то есть он уже проиграл, и там дальше
Вот уже, по-моему, червонец какой-то там выиграл. В общем, и он там несет дичь, он рассказывает, что вот на самом деле он, конечно же, постоянно выигрывает, когда много играет. А это он так показал, на самом деле все по-другому происходит. Ой, в общем, это смешно, это бред, это, конечно же, полный отстой, ни в коем случае этого делать нельзя, тем более играть вот в таких казино. В общем, как вы поняли, это дерьмище. Кому интересно, кто хочет посмеяться, ссылки в описании. Также у него на сайте, по-моему, есть даже страница ВКонтакте, можете перейти, написать, что он просто кусок говна и продает тоже кусок говна. А в общем, друзья, если хотите реально зарабатывать и научиться зарабатывать, то вот переходите на мою подписку в Boosty, подписывайтесь, изучайте, что-то усваивайте, учите, и будете реально что-то зарабатывать, а не на вот этих подобных курсах «Система сигнал к успеху». Это, конечно, жесть. В общем, на этом все. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем удачи, хорошего дня, пока.